Они уходят один за другим. Их с каждым днем становится меньше. Они не просто уходят. Они уносят с собой нашу историю, состоящую из их боли, из их страданий, из их страха, о тех страшных днях, которые им пришлось пережить. Надо заставить их говорить об этом, вспоминать об этом, не жалея нас при жизни. Пусть они расскажут, что им пришлось пережить. Пусть они пройдут вместе с нами весь этот страшный путь, разделят с нами свой страх и боль. И тогда им легче будет уходить, а нам легче будет остаться, помня обо всем.